Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с Крымского моста. Сегодня мы с вами на Цементной Слободке и давайте попутешествуем по мостам и по железнодорожному, и по автомобильному. Посмотрим, как они выглядят, вспомним немножко, как это все происходило, потому что все уже, в принципе, готово. Автомобильный мост работает 16 мая 2018 года. И вот-вот заработает железнодорожный мост. Уже 23 и 24 числа пассажирские поезда двинутся из Санкт-Петербурга и Москвы. Ну и мы летим с вами над 8-м участком. 8-й участок – это искусственная насыпь от 307 до 287 опоры, извините, немножко запамятовал уже. Здесь, как мы видим с вами, 8-й участок полностью весь закрыт шумзабором. Высота шумзабора здесь 3 метра. Также стоят по всей длине моста вот эти освещения. Железнодорожные части будут светиться светодиоды белым холодным цветом, более 2000 опор. Ну, где-то они, наверное, метра по 3 с небольшим. Вот если взять, что забор 3 метра, и они вот немножко повыше будут. Может быть, 3,5 метра. Поставили вот здесь камеры 360. Вот, попадались нам. Это уже на железнодорожной части. Ну и посмотрите, все здесь смонтировано. Плети по 440 метров. Уравнительные приборы, отполированы, отшлифованы рельсы. Так что уже не только ездят здесь грузовые составы, но и видели мы с вами, как проходили уже и двухэтажные поезда. Правда, небольшой состав был, состоял из двух вагонов, но все-таки уже идет. Автомобильная часть моста, опор там немножко поменьше, 288, по-моему, или 298, вот на память сейчас точно не помню. Здесь освещение, 9-метровые мачты освещения стоят с каждой стороны моста. Вот мы сейчас их хорошо видим. Вот что-то там вон машина, видите, стоит. Это вот обслуживающий персонал тут. Мост полируют, постоянно чистят. Как не проедешь, то барьерное ограждение моют, то между этими барьерными ограждениями там пыль убирают. Ну, чистота и порядок. Вот видите, еще поливомойка идет. Или пылесос, вот они тут попеременно ходят, барьерные ограждения моют, ну и обочину убирают. Посмотрите, какая красота. Судоходство закрывалось всего только два раза. Закрывались окна были по 72 часа, но это трое суток. Но в полном объеме они не были задействованы. То есть на 72 часа формально закрывалось. Thank you.
софет наводят. Автомобильная часть моста тоже работает, ну уже даже несколько аварий было, это говорит о том, что обыкновенной жизнью живет дорога. И обратите внимание, посмотрим на остров Тузла, вот он от арок порядка 2 километров начала острова. И мы не видим с вами Бакланева нашего острова. Такой он уже большой, приличный был, и сейчас его уже нет. Я так предполагаю, что после шторма, который вот прошел, у меня даже видео есть, его и размыло. Части. Если бы ставили, наверное, мы бы знали, но, наверное, не ставили на железнодорожный. И вот мы подлетаем с вами обратно, подлетаем к этой искусственной насыпи, на которой собирались арки, только с другой стороны. Ну, а я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Вот плотик, кстати, плотик водолазов еще стоит на месте. При помощи этого плотика разбирали рабочий мост 3. На этом все. Посмотрите немножко красивые кадры. Всего вам хорошего. До новых встреч. И не забывайте подписываться на канал.